Всем привет! Я сделала просто маску на волосы, поэтому я сегодня вот такая вот. Поставили воду, набрали воду здесь. Рушан хотел капельный полив сделать в теплице. Я говорю, да ладно, мне все равно здесь вот грядки поливать. Так что я сегодня буду продолжать уборку в теплице. У меня, видите, здесь стаканчики, все бардак полный. Не знаешь, за что хвататься. Я сейчас пойду кур попою, травы, ну, воды им налью, травы им нарву и вернусь сюда и буду здесь наводить порядок. Помидоры рассаживать куда? Столько помидор. Тут, еще там вот. Так что и не могу найти свою тяпку. Не могу найти тяпку, хочу подрыхлить помидорки, огурчики и полить. Вот я специально здесь поставила воду, чтобы она у меня немного согрелась. Сейчас найду тяпку и все буду рыхлить. Вот такая вот красота, но он такой большой, мне кажется. А здесь такой вот маленький. Все, сейчас будет производиться пересадка. Ну вот, что было и что стало. Так, я здесь хочу вот эту вот нитку белую убрать, огромнейшую. Просто связать какой-нибудь такой нейтральной ниточкой, чтобы ее сильно видно не было. Ну вот, мне не нравится, что она кривая вся идет. Или поставить обратно вот эту вот этот столбик, короче, и к нему привязать, что ли. Потому что я здесь вот такие вот штуки поставила, а они вообще ничего не. Они вообще не держат ее. Вон, видите? Просто, как говорится, для красоты стоят. Смысла нет их ставить. Все, сейчас я переделаю тогда. Мне кажется, обратно вот эту вот штуку поставлю. Или какую-нибудь такую палочку зелененькую красивую. Или просто деревянную палочку. Хотя вот это хорошо держит. Пилот ушел! Ушел! Быстро ушел отсюда. Не надо мне здесь грязь разводить. Ладно, посмотрим, что дальше получится. Опять ты меня кидаешь. Дядь Коля принес мне маточник. А покажи, что там внутри. Ты что, уверена? Не стоит, да? Конечно. Не надо тогда. Там рамки с маточником. Просто у меня в одном улике пропала матка, куда-то делась. Ага. И пчелы без нее как гибнут, гибнут, гибнут. А отсаживать неоткуда брать маточников. Потому что не тянут у меня. Вот. А у него вот уже второй рой улетел. Ага. И вот маточники начали тянуть. Ладно, давай, уходи, пожалуйста, со своей штукой. Иначе здесь их столько уже летает. Господи, вот у меня волосы распученные сохнут. Волос сохнет. Так, здесь я сюда все вынесла. Кстати, у меня здесь первый цветочек. Вот такой вот. Красивый. Первый. И где-то я еще видела. А, еще там, где... А, где около кухни. И вот такой вот здесь распускается. И возле кухни тоже там цветок. Вот. Навожу потихоньку порядки здесь. Уже более-менее здесь высадила помидоры. Потихоньку все. Жарко, не могу в теплице находиться. Очень душно. Прям вся мокрая оттуда вылетаем. Ладно, сейчас еще немного повожусь. Нам нужно съездить в Павловскую, в МФЦ, мне кое-какие документы забрать. Документы пришли и по магазинам пройтись. Маме пенсия пришла, мама говорит, возьмите меня с собой. Это, хоть продукты возьму. Так что вот такие вот дела. Ладно, потихонечку сейчас еще наведу порядок. Сейчас вот надо что-то с перцами сделать. Высадить их туда, на большой огород. Их же отдельно, сладкие отдельно. Так, сладкие у меня здесь будут, во дворе. А этот туда пойдет, горький. Ладно, я все полила. Полила, подрыхлила. Дядь Коля приходил. Говорит, ну пока не интересно. Я, говорит, люблю, заходишь, помидоры рвешь, срываешь и ешь. Я, говорит, так люблю. А сейчас, говорит, неинтересно ходить. Шутник. А мы сами, спасибо, справимся. А, это девушка. Ага. Мы приехали в Каре. Тут музыка, правда, играет. Ну ладно. Кеды. Угу. Легкие. Да.
Они вот, по-моему, самый нижний 39-й, да, либо этот. Это они? Да. Нет, вот. Не они. Ну-ка. Нет, не они. Это без шнурков. Боже так, мой. А давай, а они да. Какие-то большие мерки, мне кажется. Так, а вот, вот, вот. А давай 38, 38, 40 остался. Давайте 38 померим. Давайте 38 попробуем. Они? Да. Да, они. Все, пошли гулять. Ну-ка, боком повернитесь. Красивенькие. Пришло лето. Свежая палитра цветов. Красивенькие. И непревзойденное качество новой летней коллекции обуви и аксессуаров. Сделайте свое лето ярче и помните, если обувь, то край. Я привыкла на каблуках, без каблуков. Ищите нужный размер или пытаетесь вспомнить, где взять. Следите в положении карты, сканируйте штрих ошибки выбранной модели и получите подсказку, где ее искать. Каждая полка имеет свой номер и цвет. Кнопка сканера в приложении находится... Хорошенькие, красивые. Так не одевается без лопатки. Они узковаты. Да? Но они не давят мне, но... Хотите совершать покупки в Каре с максимальной скидкой? Тогда карта Каре Клаб для вас. Узнайте подробности и получите карту на кассе магазина. И помните, если обувь, то Каре. Две ноги, а пакет как будто ног пять. Ага. Реально крутая лестница. Нет, ты чё, она слишком... На 3 метра будет торчать, 3 метра же прицеп. Дело не в этом, просто мне... Она в другом будет снова торчать. Нам еще в магазин ехать. Ему вот такой вот... Не-не-не, ты что, 3 метра. Вот, видал, сколько будет торчать? Слишком много. Хотя бы 2 метра от... Это, по 2, не то, что по 2 метра. 2 метра отпили. Как ты делал же. Да там ножовка нехорошая. А чё ж ты, ты же знала, что ты поедешь за досками и не взял свою. Покупаешь еще и все тут это, сам пилишь.
потому что надо как-то крепить ее кормушку, мне кажется. Поэтому они и переворачивают. Эх вы! Классные веточки, да? Вкусные. Они здесь прыгают, скачут по кормушке, вот здесь везде прыгают. Мы создали, получается, естественный ландшафтный дизайн дикой природы. Вкусно. Ну чё, и чё, всё? И всё? Теперь прыгать будете на нас? Нет, мы дальше идем. Угу. И хвостики мне так смешные, блин. И чё такое? Ну хватит меня пачкать. Ты решила пожевать. Ты чё меня бьёшь? А это она как пилотик делает. Ага, скребет. Ну и... Ну не надо прыгать. Мне кажется, это рыженька побольше, да? Покрупнее такая? Да. Ну, все. Мне это страшно, когда ты сзади подходите, когда вы... Да. Ага, может, рога насадить? Нет, думаю, что укусят. Как один раз укусили, так мощно. Все, оставайтесь, мы пошли. Нам других надо кормить. Все, оставайтесь. Ага. Идите, смотрите, идите ешьте. Приготовили тушенку на продажу. Рушан вынимает, уже все остыло. И готовили вот в таком автоклаве малиновка Smart Chef. Кстати, он электрический идет. У него там идет табло. Обалденный, просто очень удобный. Вообще, мы его заценили, оценили прям на 5 с плюсом. Время такое, как бы выставил все и забыл, ушел. Безопасно, не паришь, что там давление, что-то не давление и тому подобное. Ни зачем следить не надо. Выставил программу и забыл, как говорится. Прогресс налицо. Это я просто не нарадуюсь, честно. Буквально поступил заказ на тушенку. Быстренько раскидали, воткнули, кнопку нажали, пошли своими делами заниматься. Все. Привычно по времени не знаем. Пришли. Все, достали. Она остыла. Достали. Продали. Все. Красота. Ссылочку оставим в описании, где можно заказать. Реально останетесь довольны. Кому-то советуем. Может будет интересно. Да. Объемы разные бывают, как электрические бывают, так и газовые бывают. Вот. Автоклава Малиновка. Смарт-шоп. Мы довольны. Супер.